проходить самую сложную скилловую игру червячков 3D. О, у меня, кстати, диск раньше был лицензионный с червячками 3D. Так. Может, убить с пистолета, убьет с чего угодно? Да не, с пистолета легче убить, чем с мосинки, например, обрезанной. А? Да, видел типа. С мосинки сложнее, чем с пистолета. Видишь, о чем я говорю? Вот кто с мосинки может убить, вот это я реально уважаю, с коротенькой мосинки. Лежат курябчики. Так, ну я забрал, а тебе снес, судя по всему, да? Неудобно, я не могу ни вправо, ни влево пикнуть, блин, эти бочки меня зажали тут. Неудобную позицию встал прям. Ой, 8 уровень. Это не крыса, кстати, нет. Просто чел играл по тактике. С дробовиком, который убивает любого просто одним выстрелом в ногу. Чел вот решил поиграть тактическую игру. Маленький уровень. А, это опять этот Push or Die, помните, я убивал его? Он тоже сидел, прятался в меченке. То есть второй раз убиваю типа, который сидит, прячется у меченки. Ну, наверное, просто совпадение. Не мог же он сидеть меня и крысить? Не. Не, не мог. Не-не-не-не, точно нет. Я этого Push or Die, если кто помнит, он стоял вот тут в меченке, я его сфотографировал с крыши и зарубил его ножом потом после этого. Деньги можно передать только через барахолку. Посредством продажи какого-нибудь контейнера. Маленький, да? А, нихера себе маленький. Походу, удаленький, блин, на БП патронах, блин, да? Экономненький, я бы даже сказал. Ну да, ну да. Готов, кабанчик. Может, Москву поставить? Не. Нам и тут читеров хватает. Он по железу поднялся. Только не говори, что ты выжил, чел.
Там тебе отлично просто залетело. С метаоружия убил типа. Что ж такое-то? Чат, не смотри. Обычный день в Таркове. Я внутри. Тоже внутри. Убил. Такого не ожидал немножечко, наверное. Не знаю. Ну пока мы так долго можем стрелять. Без ответки. То есть на улицу. Второй этаж кровь. И третий этаж кровь. Да, тут решаловские. Где это справа? Где сейф за перепрыжкой? Комната. В сейфе? Да. Убил. Понятно, захожу обратно. Бля, у меня магазин улетел на улицу. Сразу. Не внутри. Я сразу, комната справа. Убила? На третьем? Угу. Похилиться. Если там будет сумка какая-то больше, чем... Беркут. Скажешь. Тут три зипа есть. Три зип заберешь в сейфе тут? Аня? Аня? Не, минус нет, походу. А у меня, кстати, что-то тоже дропается прям конкретно. Я только сейчас обратил внимание. Ей, видите, оно дропается неплохо так. 14% потери пакет. На нее, видимо, с концами. Че, все, пора на Twitch. Трансляции на ютубовский. Может, поможет. Так, у тебя же какой-то из последних, наверное, стоит. Второй сервак, он вообще, по-моему, не рабочий. Я на втором до этого сидел, нормально. А у меня только один вообще работает. Ну, всегда, по дефолту. Понял. У меня один вот работает, а второй сразу дропы там 100% буквально идут, короче. То есть такое тоже. Собрал бы, шел на выход. Что ты сидишь, чел? Хотел сказать, а это ж Аня.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.